сағынары, жабықсам шағынары, анашым бір өзіңсің. Анашым шалқып өлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Саған бірінші тілейтін денсаулық, чтоб твои все желания сбывались, чтоб твои желания, чтоб мы с твоими возможностями все тебе помогали. Линда, это твой, ради дочери я встану, все, ради дочери я все, ой, всем, да, всем, да, ради дочери я все. Я говорю, врач Хаварангур, он говорит мне, а что у вас? Я говорю, нет, мне еще 14-го надо быть на выпускном. А он мне говорит, вам в больницу ложиться надо. Я говорю, нет, мне надо 14-го быть на это. Он мне говорит, ну тогда ложитесь. Я говорю, как хотите, оперируйте меня, но я должна быть 14-го на выпускном. А он говорит, ну вы какая? Я говорю, ну правильно, ради дочери. Дочера. Денсаулық бірінші сол денсаулықтың арқасында осылай ойнап көріп осылай жүре бердіңші. Енді түгелдеріңізге рахмет, келіп сыйлап бізді сыйлап, біздің қызды сыйлап келгендеріңізге, түгелдеріңізге рахмет. Өте қуаныштымын. Мен хотела седьмого, хотя я болею, ну я говорю, нет седьмого, Мурат, говорю. Две недели еще даже не решила, но говорю, седьмого. Почему седьмого? Нет, я седьмого. То... Не знаю. И куда дорога, говорю, седьмого. Алпсы или детцы, говорю, семидега. Вот всех, как бы. Потом в больницу опять попала. Опять врачу говорю, не знаю, как хотите, говорю, менять седьмого, говорю, твой. А он говорит, вы что, говорит? Вы чуть не умерли, говорит, а вы той, говорит. Я говорю, нет, у дочери, говорю, опять выпускной, говорит. Ну, делаю, говорю, той. Он говорит, ну, вы время даете, говорит. Я говорю, ну, не знаю, как хотите, говорю. Вот, так что, такой дельнизге, рахмет, кельгин дельнизге, такой дельнизге, звондав, даже некоторым пригласительные не дала, просто звонила, и все приехали. Вот я, план, что он. Семейде Бахаға звондады, Баха говорит, конечно, келем. Аға мен тәтеге звондасам, конечно, келем. Гуляға, Асхатқа, Гуля говорит, конечно, келеміз. Оның Айсуға звондасам, тоже. Құдай мен Құдайға, тоже келеміз. Я была очень рада. Өте, толқым тәтемен звондасам, конечно, говорит, түгір қыздаймен. Мұрат говорит, әне, молодцы, говорит, түгірі жиналғатыр.
бізді сыйлап түгеліміз мен туысқандар жылдастар. Өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Біздің осындай кішкентай тойымызға, Айдананың тойымызға келгендеріңізге өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Бектасқа мен үш күн қалғандар осы зонда Бектас осы ауырып неледі, я говорю, Бектасты ұмытып кеттім, вообще он всегда мне как аға ретінде атып, я говорю, атайка, вообще говорю, өзім ауырып жүрсем, да, говорю, вообще Бектасты. Рахмет сізге, ренжімей үш күн қалғанда звондап келіп отқаныңызға, түгел жеріңізге осылай үш күн, төрт күн қалғанда мен келіде звондап айттым, потому что списка есть, ну я была, что не дозвониться или это, вы же, так что, такой день, рахмет.